Всем добрый день, я приветствую вас с праздничной вечеринки ТВ «Шанс» и хочу взять интервью у сегодняшних участниц. Итак, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елизавета Худоятова. Очень приятно, вы участвуете сегодня в показе. Да. Первый раз? Первый. В дальнейшем планируете еще? Конечно. Какие наряды вам нравятся больше всего? Я смотрю, у вас золотое платье. Вы предпочитаете что-то из блестящего, из золотого или более скромный тон? Я люблю более яркие цвета. Все, ну, когда блестит, все, чтобы было ярко и красиво. Так же, как и вы сами, в принципе. Скажите, пожалуйста, чем в жизни занимаетесь? В жизни я активист своего округа. Также я пою, танцую. У меня активный образ жизни. Так... Вы занимаетесь спортом? Да, я занимаюсь латиматом и хожу в фитнес-клуб. Вот так вот, друзья, берите пример. Не надо лежать на диване, и можно прямо сейчас встать и пойти заниматься спортом. Скажите, пожалуйста, в дальнейшем, что планируете? Какие цели, какие планы? Ну, для начала мне нужно закончить школу и поступить в институт. Понятно. Скажите, пожалуйста, на вас какое платье, от какого дизайнера представляете сегодня? От Оксаны Заренок. Да, ранее были знакомы с данным дизайном? Нет. Сегодня впервые дебют. Но я желаю вам прекрасно пройтись по подиуму, хорошего настроения и улыбок на сегодняшний день. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.